Доброе утречко, ребят. Привет, дорогие. Два селезня уже добыто. Сейчас с утрянки на севере, в тайге, на этом прекрасном разливчике, на открытии моем, открытии общем по охоте на селезня с подсадной, с чубарой, подсадной уточкой, как мы любим. И с кротка глухого. Вот так вот. Один у меня, я начал в сеточку тут, они сразу, я как только высадил, я успел, хорошо успел засесть в скрадок, еще даже сапоги не успел переодеть, потому что я их переодеваю на теплые. Вот даже не успел еще расположиться, из колен фактически стрелял. Хорошо еще сетка была откинута, одна. И вот он сел, и я не вижу за вот этими деревцами, ну, гнилушками вот этими, кустами, я не вижу еще, как он там. И вроде он недалеко сел, но у меня эта сетка мешает в скоротке. Я не успел откинуть еще одну. Короче говоря, пришлось. И он начал к ней подплывать, и все, и выплыл ровно на ту сетку, где закрыто было. Я ее отдернул. Он, естественно, это срисовал, начал улетать. Я ему прямо из скоротка вот на взлет стрельнул, и плохо. Он лежит там на серединке вот этого болотиночки. И пока непонятно, как его доставать еще. У меня лодка есть, в принципе, с собой. Там машину далеко оставил, в багажнике лежит. Это ж надо будет надувать ее, тащить. Ну а что делать, а как? Потому что, судя по всему, там, наверное, глубоко будет. Вообще пока не ясно, как ее оттуда. Ну ладно, это мы там потом разберемся. Самое главное, что второй селезень, их село два ровно к утке. И пока я пытался тут с этими сетками, естественно, у меня ничего не снимало этот момент. И я стрельнул, один улетает, второй уходит под ранком. Я из кротка выскакиваю. Это по правилам разрешено, ребят, добор под ранком, можно выйти из укрытия, чтобы добрать. И даже нужно, я бы вам сказал. В общем, я вылез, он за нее туда справа начал убегать, я его там добрал. К сожалению, не удалось вот этот красивый момент заснять, когда их два село. В общем, в итоге два уже добыто с этой утрянки. С утра морозно, снег еще не везде растаял. Ну, где-то градуса 2, наверное. Но ветра нет, хорошо. И уже все, уже рассвело, сейчас, наверное, часов 6, если не больше. Все это происходило в 5 утра. Вчера скрадок ставил. Все в снегу еще было. Заморозок был такой, хороший зазимок пришел. В минус. А сегодня уже все. На вальшнепе охотился. Все поля уже открылись практически. А в скрадке тут снег остался, потому что я же его ставил по снегу. Я вижу, вон он лежит, плохо, прямо на середине там. То есть я уже к утке подходил к шесту, к этому колу. И там уже глубоковато было. Ну, чуть меньше, чем по колено, а дальше я вообще не понимаю пока. Ребят, в общем, попробую, я сейчас до него срезал шест. Сейчас попробую до него дойти. Но что-то мне подсказывает, что там глубже будет. Сейчас попробуем. Вот тут бекасик на этом бревне сидел. Общался. Да, да, да. Да я не по твою душу-то. Ты пока плавай. Вон он там лежит. О, где-то тоже охотник стрельнул. Короче говоря, ребят, вообще пока непонятно. Ну, примерно по колено. Примерно по колено. Дальше. Дальше надо смотреть, как оно дальше пойдет. Идти еще. Я даже половину еще не прошел. Вот так вот.
Посмотрим, что дальше будет. Ну, на грани, в общем. Я стою вот практически по яйца. И вот так вот этим шестом своим достаю его. Все, осталось чуть-чуть. Вот он, красавец. Давай, давай. Хорошо, вот я нашел с ветками. Ну, все, есть. Тоже трудовая охота. Уже, конечно, заиндивел он маленько. Уже лежит с утра прямо. Вот он, красавчик. Фух, теперь надо обратно выбираться. Полдела сделано, и теперь надо очень аккуратно обратно. Вот так вот. Нахожусь я в центре, ребята, этой болотины. Ноги мерзнут, пошел обратно, все. Есть, с полем. Красота. Опа. Вот, ребята, два красавца селезня добыто благодаря вот той красавице. Вот она, чубарка, сидит. Семеновская, Нижегородская, да? Да. В общем-то, все оказалось нормально. Конечно, на грани в этих вот болотниках, но без эксцессов. Утонуть не утонул, и, слава богу, достал его. И, в общем-то, все получилось. Вот такое вот открытие у меня с водоплавающей, по селезню. Сегодня первый день только поставился. И вот что я хочу сказать. Я всегда вот уже просто по опыту, я сперва все сразу загружаю вот в скрадок. То есть там рюкзак, этот стул, ружье заряжаю. Туда его тоже на стул, на этот кладу. Высаживаю подсадную и бегом. То есть бегом в скрадок обратно. Потому что, ну вот, во сколько они слетелись? 5 утра было, прямо на рассвете, еще солнце только-только начинало подниматься. В принципе, уже довольно видно было. И все, и потом тишина, вот сейчас просто тишина. Движения как бы такого, как такового нет. Возможно, конечно, если бы я еще посидел, примерно до 9 можно сидеть, наверное, 8-9. Сейчас половина 8 как раз. Может быть, еще какой-нибудь селезнишка бы налетел, но... И как получилось, я не успел. Вот что еще момент, надо сразу, конечно, это все делать. Вот эту бойницу, вот она у меня вот так закрыта была. Я сейчас ее специально прикрыл, чтобы показать. А вот тут вот, вот такой был треугольничек, уголочек. И, собственно, он вот и сел вот туда. Близко сюда он сел. Вот где, ну, вот эти гнилушки, вот они стоят. Ну, и я, я смотрю, он за ними, там кустик такой еще. И вот за тем кустиком он сливается. Я начал, в общем-то, мне неудобно через вот это маленькое. Я начал вот это открывать. А тут вот что происходит. Вот такой звук. И плюс, конечно, движение вот само. Ну и все. И он меня срисовал. И хорошо, что он начал взлетать вот так вот. И уходить от меня в угон. И я прям через это вот высунулся и его стрельнул туда. И он там и упал. Вот такая вот охота получилась. К сожалению, вот этой красоты, вот этой подсадки всей и выстрелов, наверное, не удалось снять. Не знаю, там что видно вам было, не видно. Но охота состоялась. Пойду доставать уточку. Уточка сегодня молодец. Вот так они и работают. По темнозоре. Утки темнозоренные. Семеновская порода темнозоренные утки. Вот. Ну что ты, всего облила, конечно. Ну-ка. Ну ты даешь, а? Ну как так-то? Ну можно же было поспокойней. Что тебе мешало? Немножко попозируй. Ну, умница моя хорошая, да. Чубарка, да. Ну что ты, ну что ты. Вот такое знакомство, ребят.
Давай. О, хорошо. Добыто за эти охоты мои 3 селезня, что очень хорошо, в принципе, на этом моем любимом месте, на этой болотинке. Утка прекрасная по уткам, по семеновским уткам, нижегородским. Уже неоднократно вам говорил, материалы снимали мы с Серегой, он ими занимается, поэтому ссылочку в описании по этой породе, по этим породистым уточкам замечательным. Вот, также... Что касается кротка, в котором я охотился, тоже в прошлом году обзор делал. Пожалуйста, кому интересно, ссылки оставляю в описании, потому что вопросы все равно будете задавать. Ну вот так вот по сезону, что могу сказать, что в принципе погода наладилась, так как приехали мне, вообще был снег, то есть выпал снег.
И охотились мы еще практически в снегу. Правда, он через пару дней растаял. И сейчас уже все налаживается. Но, к сожалению, уже пора уезжать из этих замечательных мест, ребят. В общем, вот такая охота у меня получилась в этом сезоне. Спасибо, что смотрели. К сожалению, да, не все кадры, замечательные, красивые кадры, иногда удается вот вам заснять, чтобы показать эти красивые подсадки. Ну, как есть, ребят, уж не обессудьте. Еще раз спасибо, что смотрели. Большущей вам удачи. И пока увидимся. Нас еще впереди ждут интересные, замечательные приключения, в том числе и охотничьи. Всем пока. Пойду утку сниму. Да, молодец. Да, красавец. Вот с характером утка, да? Вот с характером-то какая, а? Вот ты с характером какая. Ну правильно, а какая еще должна быть? Вот. Вот, смотрите, окрас какой, да? Осиновый. Ну что ты, ну что ты. Ну сейчас я тебя высажу. Ну попрощайся, пожалуйста, со зрителями. Давай. Помаши им лапкой. Все. Все, не трогаю я тебя. Да.